Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло О. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор экстракта белой лилии 50 мл. Экстракт белой лилии, полученный путем экстрагирования, является универсальным средством фармацевтики и натуральной косметики. Это обусловлено тем, что он обладает хорошими гасящими свойствами, которые эффективно помогают сужать расширенные поры. Это свойство экстракта особенно полезно при применении его для ухода за жирной кожей с излишним жировыделением и с таких расширенных пор эпидермиса, хотя кроме явных вяжущих свойств, лилия обладает еще и увлажняющим воздействием и потому отлично подходит для применения на сухой коже. Как косметический ингредиент, экстракт белой лилии успокаивает чувствительную кожу, снимает раздражение, защищает от ультрафиолетовых лучей, снимает неприятные ощущения от обгорания кожи на солнце, очищает кожные поры, регулирует сальное выделение из расширенных пор, оказывает отбеливающий эффект, способствует выработке собственного коллагена кожи, повышает упругость и смягчает кожу, увлажняет и питает кожные покровы, в том числе кожу головы. Применение экстракта белой лилии таковы. Крем, средства до и после загара, шампуни, кондиционеры, скрабы, мазь от ожогов и нарывов. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт белой лилии нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!